Вот недалеко от этого дома, 25 метров шагами я замерил, стоит большой, огромный тополь. Вот он какой. Внизу по окружности 3 метра 80 сантиметров. Легко высчитать диаметр. И вот у него там есть сук один. Вот он изъеденный, издолбленный. Вот он какой. Он не живой, мертвый, гнилой. А внизу, тут прямо под ним, грунтовая дорога идет. Ну, тот сук, который там, диаметр его сантиметров 40, может, 35-40. Ну и высота его, ну, сколько, метра 4,5. Легко высчитать, какая тяжесть. Под ним идут вот провода. Провода, это провода могут все порвать. 4 провода. Да. Как будто так и есть 4. А вот дальше настоящий кабель идет. Вот он, на бетонные столбы. Это расстояние метров 15 до него. От дома. Маленько наклоненный, вот как я стою влево. А тут самая дорога, по которой ездит. То есть палка-то не достанет, сук прямой. Там он, видно, что отверстие. Там скворцы, говорит, даже жили. Ну, гнилой дятел долбит и долбит ее. Вот она, все. Птицы нету, фермера потравили, ни одного скворца не видать, нигде нету. Как его убрать, этот тополь? Вот приезжали с Мамонтова. Тут они два тополя рядом, вот этот большой дуб, как бы назовем. А рядом моя поменьше, потоньше. Вот он. Мы не можем никак убрать его. Я предлагал вот на уровне груди здесь выпилить гнездо и поставить мощнейший домкрат. С обратной стороны треугольник выпилить. И когда ветер начнется с этой стороны, давить туда, вот куда сейчас идет, давить крону, чтобы помогало. Прицепить, тащить, нет еще, и с двух сторон пилами начать пилить. На разном уровне, чтобы он туда завалился, упал. А там туда грохнется, там разницы нет. Что-то где-то. Много лет вот сушь такая. Они приезжали, ну, сучки тут попилили. Вот они, сучки. Какие они падали так. А дальше они уже не стали. Чтобы убрать тополь, тут 1000 рублей надо. Уже много раз я с матерью говорил. Зимой была возможность. Ветер с этой стороны редко дует, чтобы ветер с востока дул. Восточный ветер помог бы завалить его, чтобы не на провода. Но так пока никак не удается. Может, кто-то даст совет какой, как лучше избавиться от него. Если он туда упадет, от этого дома ничего не останется. Труха одна. Такие огромные сучки там вверху. Вон они такие огромные-огромные. Высоту его измерить нельзя, не знаю. Как-то по солнечной тени, может быть, можно было. Какое время, сколько от горизонта, тут ничего не сделать. Это... Вот тут эта дорога огорожена. Много щебенка.